крупы, консервы, мука, сахар, молоко, подсолнечное масло. В продуктовых наборах есть все самое необходимое. Адресная помощь организована по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он призвал всех глав муниципалитетов оказать поддержку нуждающимся. Эту идею поддержали волонтеры. Мы помогаем малообеспеченным пенсионерам и тем семьям, в которых проживают пенсионеры 60+, по именно конкретно тем спискам, которые состоят на учете в управлении соцзащиты нашей Одинцовской и Звенигородской. Сотрудники соцзащиты обзвонили одиноко проживающих ветеранов и пенсионеров, многодетных жителей округа и составили список, который получился весьма внушительным. Они тоже входят в эту численность. Они стоят на отдельном контроле учете в управлении соцзащиты. И согласно этим спискам мы производим сегодня доставку. Чтобы осуществить доставку за один день, в округе были подняты все силы. Волонтеры должны соблюдать правила безопасности, измерять температуру, надевать маску и перчатки, а сам пакет помещать в рекомендованную тройную упаковку. Люди, получившие помощь на дом, выражают свою благодарность за такую возможность, отличную организацию и быструю доставку. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».